Здравствуйте, сегодня в Чикаго снежный буран. Сейчас температура резко поднимается и скоро будет ночью минус 20. А буквально недавно было 0 градусов. Я вышел немножечко показать. Помахал соседу. Так что у нас тут вот наконец снег. Но снег соответствующий такой. Сразу с севера пришел фронт, и такая вот Сибирь начинается. Ну, там люди убирают, пойду туда пройдусь. Сегодня 22 декабря. Ну, все эти дни будет минус 15. Зимний вечер в Чикаго. Ну, наконец-то, а то что-то зима, а снега нет. Там какая-то грузовик, который соль посыпает. Сейчас, я думаю, тут будут хранительные пробки. Хотя уже все, кто мог, они сейчас уезжают по своим родственникам Рождество отмечать. Студенты все разъехались. Ну как разъехались? Сейчас же получается будет затор в аэропортах с такого бурана. Наверное, там сейчас люди сидят все, нервничают. Могут никуда не полететь. Тут часто бывает, рейсы просто отменяют. Очень много, в большом количестве. Просто отменяют, ехать домой. Надо прям сидеть там, ждать. Ну вот, особенно в такую погоду, как сейчас. Вот наш храм. В общем, настоящая чикагская зима. Нам тут еще подкинули собаку. С собакой. 5 дней будем жить, живем, потом кошек ходим кормить, 2 кошек 2 раза в день. У нас еще свой собственный попугай, так что животных много вокруг. Вот такой пустой, пустынный вечерний чикагский пейзаж. Ногами хрустит. Вот такой храм, смотрите, как красиво. Что там еще? Ну да, там такие вот домики. Сейчас у меня, конечно, велосипед появился. Я, наверное, когда снег растает, подтает, буду ездить в другие места и снимать на видео. А то на скутере сейчас особо далеко не увидишь. А на метро что-то я не люблю ездить. Вот такая надпись. Я не знаю, кто читаете. Ну, все романтично. Мне нравится такой зимний вечер. Бутылочки. Все, зима. Наконец-то наступила настоящая зима. Зимушка, зима. Спасибо, это был Федя Лапшинский из Чикаго.